Всем салют, дорогие друзья! И вот снова воскресенье, и снова закончился конкурс, и давайте подводить итоги. Конкурс у нас длился ровно неделю, разыгрывался вот такой вот пауэрбанк, стоимость его 546 рублей, был он дешевле, был со скидкой, но сейчас скидка закончилась, но это и не важно. Значит, победитель сможет выбрать любой цвет этого пауэрбанка, и мы закажем его победителю, и победитель получит свой пауэрбанк. Для участия в конкурсе надо было сделать несколько простых вещей: заполнить Google форму, стать подписчиком моего канала и подписаться на группу ВКонтакте. Ну что ж, давайте начнем с Google формы. Значит, вот эта Google форма, посмотрим, сколько ответов. 113 ответов у нас. Отключим принятие ответов, обновим страничку, чтобы все было по-честному. Так, все, ответы отключены, и переходим в табличку. Создать табличку. Вот табличка, в этот раз все сделал аккуратно, то в прошлом подведении конкурсов не было видно номеров. В этот раз уже все посмотрел, предусмотрел, все номера видно. Значит, у нас заполнено до 114 строки, но учитывайте, дорогие друзья, что первая строка — это оглавление, вторая строка заполнена мною. Значит, начинаем мы с третьего номера. С третьего по 114 номер. Значит, переходим на сайт Random, вводим вот сюда вот циферку 3. Да, циферку 3 вводим, да что-то будем сделать. А сюда 114. И нажимаем 3 раза, генерируем нашего победителя. Узнаем, кто победитель. Победитель стал номер 10. Давайте посмотрим, кто же у нас под номером 10. Так, номер 10, Виктор Волович. И давайте посмотрим, выполнил ли он условия данного конкурса. Перейдем на контакт. Копируем. Чуть-чуть не подготовился, ну ладно. Значит, участники. Ищем его по участникам. Да, есть. Добавляем его в друзья. Добавляем в друзья. Теперь смотрим по подписке. Копировать. Ставить. Переходим. Вот его канал. И сразу вижу, Китай стал ближе, подписочка есть. Значит, все. Свяжемся мы с Виктором. Свяжемся в ближайшее время. Здесь вот есть и репостик. Репостик существует. Значит, все, победитель определен. Свяжусь с победителем. Обсудим с ним получение пауэрбанка, как он захочет получить пауэрбанк или захочет получить средства за пауэрбанк. И уже определимся, как и что он получит. Ну, а на этом все. На этой неделе, по крайней мере, все. В конце следующей недели будет опять новый конкурс. Будет разыгрываться что-нибудь еще, что-нибудь интересное. Посмотрю, поищу, что разыграть. Может быть, кто-нибудь будет участвовать в конкурсе, какой-нибудь канал. Ну, а пока все. Спасибо всем за участие в конкурсе. Спасибо всем за подписку. Оставайтесь на канале. Будет много-много интересного видео. На сегодня мы закончили. Всем пока. До новых встреч.